Я Назаров Александр Давидович, 1942 года рождения. Закончил Дагестанский государственный университет в 1970 году. И по направлению остался работать в Дагестанском государственном университете на кафедре математического анализа сначала, потом на кафедре теории функций, ну, на многих кафедрах, почти на всех кафедрах работал. В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию, ну, где-то через год получил звание доцента. Ну, и, значит, продолжал работать до 2013 года. В 2013 году я ушел с кафедры, потому что, начиная с 1992 года, когда Гамид Ахмедович Бучаев открыл Институт народного хозяйства, он позвал меня вместе с моим покойным учителем работать сюда, Моисеем Яровичем Гехманом. Ну и мы вдвоем пришли, открыли кафедру математики. Что вы можете рассказать о своем учителе? Моисеем Яровичем? Это был удивительный человек. Но он и как человек был удивительный, и математик был грамотный. Это можно сослаться на то, что значимость математика, вообще ученого, начинается тогда, когда на него ссылаются. Да. Вот, это раз. И, во-вторых, вот мы все, кто учились, знаем, очень много есть теорем, ну, во всех сферах деятельности, да, и в экономике, и в математике, и в физике, везде. Но не все теоремы носят название имени ученого. Вот, значит, в одной из ссылок так и было сказано теорема Гехмана. А как вообще вы выбрали, ну, путь математики? Это вообще смешная история. Дело в том, что когда мы росли, это же давно, у меня сейчас уже 73 года, да, когда мы росли и видели отца, мы искали пятый угол, потому что уважали. Или уважали, или боялись, или как хотите, да, там уважали, конечно. Отец, это слово отца для нас значило все. У нас не было того, чтобы мы могли пойти против воли отца. Никто. В те времена, когда я заканчивал школу, он мне говорил, я говорю, я хочу в ДГУ на матфак. Он говорил, ни за что в жизни, учителем никогда мой сын будет инженером. Вот он мечтал, да. В те времена инженеры были в почете большом. Ну, я ничего не мог поделать. Они взяли мои документы, пришли, сдали. В то время открылся у нас радиотехническое отделение инженерно-технического факультета. Вот я проучился там 2 года. Каждый год, когда я учился, в те времена с вузов призывали в армию. Каждый год призывали, оставляли, призывали, оставляли. Потом уже на третьем курсе, когда я перешел, я вообще не мог учиться, чтобы не 4-5. Такого у меня не было, это уже кредо такое было, особенно по математике. Вот. И потом неохота, уже не мог. Ну, учился, я все делал, но я не любил это дело. Вот. И я сказал отцу, давай я поеду в армию, ну его. Ну, он согласился. Я уехал в армию, пока я там служил. В те времена мы служили 3 года. Он скончался. Я приехал с армии, никому ничего не сказал и перевелся на математический. Так и было. Да, так и было. Так я стал математиком. Закончил наш Дагестанский университет. Благодаря Моисею Яровичу я был, как говорят, докой в этом Московском государственном университете. Я всех знал. К моему счастью, Моисей Мерович и нынешний ректор Садовничий Виктор Антонович, они учились вместе в докторантуре. Вот. Меня с ним тоже познакомили. Я бывал у Садовничего Виктора Антоновича. Он меня знает, я его знаю.
приезжал часто на семинары, возил своих учеников туда. В общем, вот такое сотрудничество научное благодаря Моисею Семеновичу у нас. А вот сейчас вот ситуация с образованием, ну, может, не только в республике, но, наверное, в целом. Я за Россию говорить не могу, потому что что-то говорить вообще, я считаю, человек имеет право что-то говорить, если у него есть статистика. А так это бабушка на базаре сказала, это... Вот, чтобы сказать о Дагестане, я могу говорить, потому что я занимаюсь репетиторством уже за 40 лет с лишним. И ко мне приходят ученики, вот, начиная с тех учеников, которые приходили раньше, и с тех, которые приходят сейчас. Вот, я могу сказать об учениках нашей республики Дагестан. Я не знаю, правда говоря, о чем думают у нас Министерство образования нашего, да, я за то говорить не буду, но тоже могу сказать. Но уровень очень низкий. К сожалению, во многих школах Республики Дагестан, за редким исключением, если говорить о 39-й школе, если не говорить об РМЛ, вот где как раз Борис Абрамович работает, если не говорить, еще есть какая-то школа, «Надежда», что ли, называется. Я, правда, там не знаю, я их выпускников не знаю, но говорят мне коллеги, то в остальных школах очень низкий уровень образования. Он низок объясняется тем, что он не вырабатывает навыков, и все почему-то кинулись на подготовку своих школьников к ЕГЭ. Хотя, скажем, вот, ну, в нашем предмете нельзя готовиться к чему-то, надо готовиться к математике. Математика, она обширная очень наука, она включает в себя и логическую составляющую, и конкретную составляющую, механическую, где надо очень много трудиться. Вот, вот это не вырабатывается, к сожалению, в школах наших. И мне кажется, что вот в Министерстве образования как-то не то. Некомпетентные, мне кажется, люди, которые вот, значит, сегодня отвечают за этот участок работы. И хотя у нас написано везде, и слова этого Рамазана Гаджимурадовича, они написаны у нас вот здесь, в Институте народного хозяйства, что образование – это национальная безопасность страны. Я 100% считаю, что это так. И если образовательный ценз у нас понижается, то это значит, наносится вред национальной безопасности страны. Вот не знаю, это умышленно или неумышленно, но во всяком случае это очень опасно, это очень нехорошо. Много у нас идут разговоров, но мало что делается. И есть такие понятия, как следствие. Можно о некоторых вещах, не имея статистики в руках, говорить о следствиях. Можно говорить. А вот, и следствием является тот факт, что мы слышим и по телевидению, и из уст наших руководителей Российской Федерации, что нам приходится приглашать преподавателей и вузы из-за границы. Это как это можно такое себе представить, если у нас самый высокий в количественном отношении выпуск людей с высшим образованием? Вот когда сопоставляешь эти вещи, да, то тогда можешь говорить о том, что здесь что-то не то. Вот я вспоминаю свои годы, когда я говорю, никто не верит. Я оставался в 8 классе на 2-й год. Понимаете? Из-за одного предмета, из-за русского языка. У меня плохо было с этим. Были дети, которые оставались на 2-й год, на 3-й год. Такие дети были в советское время в школе. Сейчас никто в школе ни на какой год не остается. Всех выпускают. И более того, даже дети выходят с хорошими оценками, это же были скандалы прошлого года, с хорошими оценками. Но знаний никакие совершенно нулевые. Вот это очень тревогу большую вызывает. Просто приходится надеяться, потому что сталкиваешься и с другими детьми, которые хорошо учатся тоже, да, которые хорошо учатся. Видимо, на них и держится вот все то, что у нас творится. Потому что в связи с тем, что вот это возникло у нас, кризис, да, и мы обнаружили, что мы, оказывается, отстаем в инновациях, да, в этих технологиях тонких, новых, отстаем.
Вот. А поправить это нужны годы, конечно. А отстаем, потому что у нас образовательный ценз, в принципе, он низок, видимо. Видимо, низок. Те люди, которые владеют инновациями, видимо, они задействованы в ВПК. Потому что ВПК не может быть. ВПК – это уже конец географии. Если ВПК упадет ниже плинтуса, то тогда эту страну можно будет взять голыми руками. Да. Чего, кстати говоря, не допускают. Но вообще-то вот, что касается образования, я считаю, что это очень слабый участок у нас. Слабый.